самые неуправляемые женщины по знаку зодиака. Все женщины чуть-чуть вредны, но есть и такие, которые просто неуправляемые. То, насколько они неуправляемые, определяется их знаком зодиака. Астрологи провели параллели между характерами женщин и их знаками зодиака. Они выяснили, кто самые неуправляемые женщины по знаку зодиака. А есть ли вы среди них? Водолей. Девушка Водолей импульсивна, раздражительна, но отходчива. К мужчинам относится легко и видит в них скорее друзей, чем мужей. Лучшего друга, чем девушка Водолей, мужчине не найти. Тяжелых страстей она побаивается, поэтому активным выражением своих чувств и даже намеками на проявление собственничества ты можешь добиться только того, что Водолейка испугается и скроется в неизвестном направлении. А уж рассчитывать на ее постоянство уж точно не стоит. Лучше заранее подготовиться к худшему. Рыбы. Девушка Рыбы живет в мире своих иллюзий. Она очень чувствительна, плаксива и постоянно страдает из-за ощущения, что ее предали. Рыбка постоянно ждет подтверждения твоих чувств к ней, иначе она изведет себя, а возможно и тебя заодно, вечными сомнениями. Но даже получая эти подтверждения по нескольку раз на дню, она в итоге привыкает к ним как к должному, и все продолжается по новой. В общем, замкнутый круг. Козерог. Заветное слово для козерогини – самоконтроль. Внешне она всегда старается держать себя в руках, тогда как внутри ее может полыхать настоящий пожар страстей. Мечтает встретить настоящего мужчину и до смерти боится влюбиться. Из-за этой чрезмерной осторожности часто делает неверный выбор, а потом закономерно страдает. Не жди от нее бурных излияний в чувствах. Даже если козерожка любит, все равно будет из последних сил стараться делать вид, что ты ей безразличен. Растопить ее ледяной фасад – это для профессионального психолога или слеполюбящего и не теряющего надежды деятеля. Поэтому, если ты мечтаешь о пылких романтических отношениях с нежными признаниями в любви, то ты обратился не по адресу, но, по крайней мере, на нее хоть можно положиться. Телец. Тебе повезло нарваться на девушку тельца? О, тогда непременно жди драматических сцен, криков и битья посуды, возможно, даже о твою голову. И не надейся, тебе все равно ее не переспорить, а вымаливать прощение – занятие и вовсе бесперспективное. Лучше смирись с неизбежным и признай ее правоту. Когда пар выйдет, эта девушка станет позговорчивее. Близнецы. Близняшка ненавидит постоянство и склонна менять парней, как перчатки. Если ты ее бойфренд, приготовься к тому, что она будет флиртовать с твоими друзьями прямо у тебя на глазах. Даже если она поклянется тебе в любви, рано или поздно потребует свободы, но взамен с радостью предоставит ее и тебе. Если ты хочешь близняшку удержать, тебе придется принять эти условия. И, кстати, карьеру она всегда предпочтет ведению домашнего хозяйства. Лев. Львица тщеславна и властна. Она не станет миндальничать с тем, кто не соответствует ее стандартам, находящимся на уровне примерно Эвереста. Девица мнит себя центром вселенной, поэтому рядом должен быть достойный парень. Да-да, именно парень с большой буквы. Когда задето ее самолюбие, она не станет вынашивать злобных коварных планов, а просто выскажет в лицо все, что думает об обидчике. И после ее тирады может показаться, что ураган или цунами – это цветочки, нарисованные в детском блокнотике. Чтобы завоевать эту фурию, нужно преподнести ей дорогой подарок, желательно золотое украшение с бриллиантом, и убедить ее в том, что она лучше всех ранее тобой встреченных и вообще богиня. Друзья, ждем вас на нашем канале. Подпишитесь, если вы еще не сделали этого. Впереди много нового и будет интересно.